Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Викинг Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Зашли в отель «Алер» в тройку. Тут трешка на первой береговой линии. Обед и ужин аэропарк. Карточки не принимаются. Пляжные полотенца не выдаются. Зонтики и лежаки бесплатно. Еще раз повторяю, пляж собственный, но вот в принципе вы его и видите. Ну вот в нашем отеле запрещается проносить спиртные напитки и еду в номер. На территории ресторана пить только спиртные напитки из ресторана, то есть на территории ресторана не разрешается приносить свои напитки. Из ресторана сколько хотите, можете брать еды и напитков. Вот. Хочу вам показать вид из номера. Нам показали номер с прямым видом на море. Здесь, кстати, очень хорошая штука. Есть сушилка такая. Сейчас вам покажу. Это номер трипл, доп. Кровать. Номер маленький, сразу говорю. Небольшой абсолютно. Но большая кровать. Кондиционер. Шкаф, чайник, холодильник. Есть кондиционер. Ага, вижу. Ага. Номера есть, об этом поняла. И ванна. Ванна. Ну, здесь, конечно, тоже шторки нет, но хотя бы все это дело прикрыто стеклом. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!